Наша история началась в декабре прошлого года, когда к Видновской районной клинической больнице подъехал автомобиль, в котором находилось множество пакетов. Такое огромное количество пакетов. Расскажите, что в них, пожалуйста. В них сезонные фрукты. Это яблоки, гранаты, хурма, груши. Мандарины. Мандарины. Это все... подарок нашим врачам. Сейчас инициатор акции «Витамины для врачей» Мамед Мамедов вспоминает, что на его призыв о помощи врачам с удовольствием откликнулись люди разных национальностей. Вместе собрали более 2,5 тонн различных фруктов. Привозить их пришлось в 2 этапа. Я поделился с товарищами по этому вопросу, и они меня поддержали. Это была татарская культурная автономия, Мордва, Пакистан. Вот мы совместно, потом этот вопрос вынесли в согласование с администрацией, и мы совместно начали заниматься этим вопросом. С этим проектом он и принял участие в конкурсе на соискание губернаторской премии «Мы вместе ради перемен». Признается, что решение было спонтанным, а выход в следующий тур с большим количеством голосов стал полной неожиданностью. В последний момент там решил, чтобы... отметиться, что мы сделали это мероприятие, и в последний момент мы сдали, как говорится, документы, представили. И потом до меня дошло сообщение, что мы первый тур прошли, вот ждем результата второго тура. Теперь жюри должно выбрать из почти 1200 номинантов, в число которых вошел и проект Мамеда Мамедова, только 490 участников, среди которых и будут распределены денежные премии. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.